Бележева оказалась в центре скандала. Из-за неадекватного поведения актрисы вылет самолета был задержан на несколько часов. Супруга Алексея Гуськова планировала сегодня вылететь в Тель-Авив из столичного аэропорта Шереметьево. Вечером в курортном городе Нетания должен состояться показ спектакля «Территория страсти» с участием звезды. Из-за технической неисправности самолета вылет был задержан. Когда экипаж был готов начать полет, Бележева отказалась выполнить просьбу стюардессы и поднять спинку сидений в вертикальное положение. Непослушание актрисы было вызвано тем, что ей пришлось 25 минут провести в автобусе без верхней одежды, что создало ей большие неудобства. Пассажиры заявили, что актриса нетрезвая и ведет себя вызывающе. Из-за ее бурного выяснения отношений с бортпроводниками рейс был задержан еще на несколько часов. В итоге сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать полицию. Правоохранители вывели актрису из салона самолета. Перед уходом звезда возмутилась подобным отношением к себе. «Я актриса, а вы плебей, потому что наверняка купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными», — выкрикивала Лидия в адрес остальных пассажиров. Очевидцы добавили, что ситуация стала еще абсурднее, когда одна из пассажиров попыталась успокоить артистку исполнением песни «Харе Кришна», а еще одна женщина схватила Бележеву за волосы перед тем, как ее увели полицейские.